mieux en français. Я, наверное, многие уже знают, являюсь директором этого центра, российского культурного центра. Недавно нахожусь здесь, но уже второй раз присутствую на экспозиции художника Магомедова, нашего соотечественника, выходца одного из регионов Северо-Кавказских, Дагестана, где он учился. Я думаю, он, если захочет, более подробно расскажет свой жизненный путь. Я знаю, что он является организатором школы, художественной школы, я так скажу, которая продолжает функционировать на базе нашего центра, который, как оказалось, учились некоторые присутствующие здесь. Позволю себе высказать, я не специалист в области изобразительного искусства, но позволю себе высказать свою личную точку зрения, что художнику удалось, на мой взгляд, удачно соединить русские, кавказские традиции с местным колоритом тунисским. И все его картины, хотя, может быть, и отображают повседневную жизнь Туниса, но делают это с любовью, делается это с любовью, с таким удачным придают место колорит, и мне лично его картина очень нравится. Я думаю, что нет необходимости говорить, призывать к тому, чтобы такие экспозиции стали традиции, просто поскольку это уже традиция, и проводить в дальнейшем на базе нашего центра. Хочу пожелать художнику дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. И вообще, так, что мы вам тоже очень большое.